Традиционно на базе Сморгонской пограничной группы мы проводим соревнования на лучшую тревожную группу органов пограничной службы. Соревнования эти проводятся в несколько этапов. Первый этап – это военнослужащие показывают теоретические знания законов, указов, положений. И второй этап – это практические действия. Показывают знания специалисты-кинологи, специалисты-водители, инспекторы, старший пограничный групп. И на заключительном этапе, который вот прошел сегодня, в составе тревожной группы они осуществляют марш-бросок с преодолением препятствий и задержанием нарушителя государственной границы. Данные соревнования позволяют нам повысить мотивацию военнослужащих к совершенствованию своих профессиональных навыков, знаний, умений при организации несения пограничной службы. По итогу соревнований лучшие специалисты и лучшие тревожные группы будут награждены ценными подарками, грамотами и медалями. Последний этап соревнований на прохождение тревожной группы, на поисковой группы. Мы прибежали, все довольны, впечатление очень хорошее, как солдат, как у нас. Ну, в тройке мы удержимся, я уверен в этом. Ну, тренировались до этого, подготовились за 3 недели, приехали сюда, командировались. Солдаты всему учились по каждому этапу, с первого этапа начиная, последнего этапа, даже бегая, вот как последний этап. Были трудности, конечно, не всегда есть трудности, но мы с этим справились. Мы все дома, как бы, и знаем, что мы бежим дома, не надо никого подставить. Мы, как бы, должны отстоять честь, достоинство своей воинской части 2044. Моментами было сложно преодолеть некоторые препятствия. Ну, боевой дух был заряжен, эмоции хлестали аж наверх. Друг другу помогали товарищам преодолевать препятствия. Все получалось у нас. В конце, на финише, очень было много эмоций, когда это все закончилось, уже пробежали. Очень много настроения, сил, конечно, много потратили, но... Еще остались, еще бы преодолели бы половину, да кто точно столько препятствий. Если взять по шкале 100%, то где-то на 80-85% приближено к боевым действиям, таким же, как тревожная группа используется в подразделениях границы. Готовились усердно, подготовка шла за месяц, за полтора месяца. Подходили ответственно к этому, подготовке к этой. Это очень почетно, я так думаю, что пограничные войска – это элита в Республике Беларусь.